Всем доброго времени суток. С вами Солет Машика, и сегодня у меня для вас новости на 10 число 11 месяца 2021 года. Я таки жив и здоров, а вот трейлер на орбите Земли видал дни получше, ибо прибыл фоморианец, потому можно забрать синюю картошку. Также доступны разломы Терми в долине сверх для желающих. Нам наконец объявили дату завершения текущего прайм-хранилища. Случится это 16 ноября в 10 вечера по МСК. Реликвии Нарина Прайм, а также Анкерас и Болтер Прайма перестанут выпадать на заказах и в бездне. А вот Никс Прайм с ее снарягой останутся в бурях бездны. Но их аксессуары в любом случае пропадут на неопределенный срок. Все еще непонятно, какое событие прайм-хранилища нам объявят 11 ноября. Учитывая, что это является реакцией на недовольство игроков, связанное с частным повторением хранилища, могу предположить, что нам дадут выбрать желаемые для фарма вещи. Однако это лишь моя спекуляция. К тому же будет непонятно, как устроят продажу таких вещей. Что касается прочих новостей, то нам заявили, что в обновлении 30.9 можно будет настроить и десятичный разделитель для цифр урона. Сейчас это привязано к настройкам локализации. Также с обновой наконец исправят баг, при котором волна обороны могла не завершаться при наличии врагов, пораженных взглядом Заку. Предполагается, что происходит это ввиду обезоруживания цели. А напоследок нам подтвердили, что девстрима на этой неделе не будет. Вполне вероятно, что трансляцию могут организовать под конец ноября, а новую войну выпустят уже в декабре. На этом же от меня все. Потому всем всего, всем удачи и всем пока.